Намасте, друзья! Сегодня 10 сентября 2021 года, 4 лунные сутки, а это значит, что сегодня день рождения великого Ганеши. Ганеши – дев, который нейтрализует препятствия, дарит благополучие, богатство, процветание, хорошее настроение, который любит сладкое, который любит ладу, желтые цветы. Ганеша вам поможет во всех делах, связанных с работой, с неудачами. Он обязательно все решит и поможет. Главное только к нему обращаться. И мы читаем мантру «Ом Гамгана Патае Намаха» в исполнении Кира Сабрекова. Подписывайтесь на его канал. Там это потрясающий канал, там потрясающая музыка и голос Кира Сабрекова, который в медитативное состояние вводит. На канале много мантр, интересной и полезной информации, катхи читают, много лекций и полезной информации ведической. Если у вас есть изображение Ганеши, вот, например, вот такое, вот положите его в кошелечек, кошелек никогда не останется без денег. Начинайте все пуджи с мантры Ганеши. Ни одна пуджа не должна без чтения обойтись, без чтения мантры Ганеши. Ом Гамгана Патае Намаха. Ганеша – это дев, который бог, который поможет устранить все препятствия, который поможет в исполнении ваших желаний и дел. У меня вот есть такой Ганеша из флюорита, разноцветного флюорита. Здесь флюорит и желтый, и зеленый, и фиолетовый. В общем, всех соцветий. Не зря Ганеша сделан из флюорита. Флюорит – камень духовного расширения сознания, духовного понимания, быстрого достижения целей. Поэтому читаем сегодня мантры, делаем пуджи, фрукты, цветы, угощаем Ганешу, после этого своих друзей и родственников. Прославляем Ганешу, и он нам тоже и помогает, и будет нам рад, что мы его почитаем. Смотрите, кстати, сериал. Есть такой сериал, так и называется «Ганеша». Тоже интересно, рассказывается о такая сказка о появлении Ганеши, его делах и о его родителях. Поэтому смотрите и просвещайтесь, почитайте Ганешу. Сегодня потрясающий день, 10 сентября, в который можно это все сделать. Всего вам хорошего, прекрасного дня и отличного настроения. Ом Гамгана Патае Намаха. Ом Гамгана Патае Намаха. Ом Гамгана Патае Намаха. Ом Гамгана Патае Намаха.